Наш модератор Мэри Блейдс выбрала трек Алена Швец «Мелкая с гитарой». Давайте его приценим. Я Алену Швец видел как-то, ну, очень много вокруг про нее говорили, но я при этом не помню, чтобы я как-то целенаправленно слушал. Так что сейчас какое-то мнение сформируем. Страшно струну порвать, и в запасе еще есть пять. Это мелкая с гитарой, парарарай, не нарушила все планы, парарарай, все верном перевернула, парарарай, позвала с собой гулять. Новый мир мне показала, парарарай, идиотом называла, парарарарай, после встала у вокзала, парарарай, мелочь набрала в чехол. Вечно плачет на репетициях, нету денег, но есть амбиции, и не страшно струну порвать, и в запасе еще есть пять. Вечно плачет на репетициях, нету денег, но есть амбиции, и не страшно струну порвать, и в запасе еще есть пять. Скоро выходить на сцену, парарарай, дрожь по содранным коленям, парарарай, но не дрогнет ее голос, парарарай, облетит волной весь зал. И в припевах и куплетах, парарарай, отзывающихся эхом, парарарай, это мелкая с гитарой, парарарай, вдруг становится большой. Вечно плачет на репетициях, нету денег, но есть амбиции, и не страшно струну порвать, и в запасе еще есть пять. Вечно плачет на репетициях. Удивительно минималистично звучит. Обычно так звучат демки, которые потом еще только предстоит доаранжировывать. Здесь, по сути, что? Здесь акустическая гитара, голос и тамбурин в припеве. Причем голосов несколько на самом деле. Там в припеве пачка такая не броская, не агрессивная, не лезущая вперед, довольно плотная. И очень грамотно все спозиционировано, очень грамотно все с точки зрения перепада динамики, с точки зрения структуры трека. Все очень грамотно, на самом деле, профессионально сделано. Но обычно это какой-то софтовый такой стиль, это какой-то очень лайтовый жанр, судя по всему. Но обычно вот в попсе-попсе это была бы демка, поверх которой потом доаранжировывались бы инструменты, добавлялись бы дорожки, добавлялись бы ударные, бас, точно добавлялись бы скрипочки какие-то, еще что-то. Но это вот в махровой такой привычной попсе. А здесь это какой-то такой лайтовый жанр, вообще это популярно в какой-то момент стало, когда песни звучат как демо, в хорошем смысле, это не дисреспект. Просто очень минималистичная аранжировка. То есть обычно так накидывают, типа, ну вот гармония, вот структура, вот здесь такой вокал, а дальше потом инструменты накидаем поверх всего этого. Я просто не знаком пока с персонажем, но пока первая ассоциация такая. Вообще прикольно, и припевчик явно будет заедать. Припевчик хороший. Нету денег, но есть амбиции, и не страшно струну порвать, и в запасе еще есть пять. Их в запасе еще есть пять. Странная концовка, но окей. Симпатичная, совершенно не вызывающая негатива вещь. То есть она может быть под настроение, может быть нет. Я уже немножко перерос такую романтику, но... Я уверен, что это найдет своего зрителя. Я вижу по лайкам, по просмотрам, по дизлайкам, что оно нашло своего слушателя. Тут 400 тысяч просмотров, при том, что это не клип, это просто песня на YouTube выложена. Прекрасно. Хорошо сделано.
Я бы послушал это в полноценной аранжировке. Мне было бы интересно, как она зазвучит в полноценной аранжировке. Блин, рифма «Порвать и пять» как-то эх скудненько. Господи, ребят, пожалуйста, перестаньте форумный рэп из нулевых тащить в музыку. Здесь нет критериев оценки. А по раскрытию темы у нее все нормально. А по ритмике и фишкам. Перестаньте таскать ёбаный форумный рэп в музыку с его законами. Музыка не строится по ГОСТам. Тем более с простыми нормальными рифмами. Ну типа, порвать 5 абсолютно обычная рифма. Вот. Девочка ничего, прикольно.